Добрейшего вечера, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. В предыдущем коротком видео я рассказал про пешеходный мост, а сейчас на него поднялись, гуляем по нему, с него открывается очень красивый вид на вечернюю Омаху. Вот она такая вся подсвеченная, замечательная. Наша набережная. Там разместился лунопарк. В эти выходные, видимо, будет какое-то мероприятие интересное. Сам фрагмент вот набережной, он небольшой, здесь кусочек вот пешеходный, по которому можно гулять. Но я думаю, что в этом году город получит средства и продолжит реконструкцию. А с другой стороны скрывается вид на вот эти вот два домика с элитным жильем. Вот один, вот второй, они два однотипных. Там достаточно большие такие квартиры. Вот институт Гэллопа. И дальше река уходит в темноту. Там где-то на горизонте должен быть аэропорт, но сейчас не освещен. Вот. А вот он, вот такой мост. А для чего я снимаю это видео? Здесь есть такая вот интересная развлекуха. Граница между штатами. Вот мы находимся в штате Небраска. Достаточно сделать один шаг. Я нахожусь в штате Айва. То есть буквально один шаг. Раз. И тоже в другом штате. Дальше начинается другой штат со своими законами. Они особо, конечно, радикально не отличаются. Но, тем не менее, это другой штат. Когда я первый раз увидел вот такую вот штуку, как возможность переходить из одного штата в другой, я сразу вспомнил Остапа Бендера, который посчитал, что это неправильно, что за просмотр провала не берут денег. Любой бы российский чиновник возмутился бы и подумал, не поставить ли здесь какой-нибудь шлагбаум, посадить дядечку-охранника и за проход туда-обратно брать копеечку. Когда ты уходишь в один штат, возвращаешься в другой штат. Опять же, наверняка можно поставить таможенный пост, чтобы проверять людей, не проносят ли они из одного штата в другой какие-нибудь товары или еще что-нибудь. Ну, это Америка. Здесь, конечно, такого идиотизма додуматься бы не могли. Вот. Оставайтесь с нами на канале и следите за обновлениями.